Всем привет! Это канал SV Mood о жизни в Южной Корее. Hello, привет! Там уже меня. И сегодня я вам покажу один из дней наших в Южной Корее. И мы сегодня решили отправиться в аквапарк. Покажу, что же есть такое необычное, шокирующее, особенно непривычное для нас, русских, корейских аквапарках. До аквапарка нам ехать аж в другой город, поэтому едем на машине в город Кимхэ. Мы сейчас в Пусане на Хэунде. У нас новая машинка, давно, правда. Кто пропустил? Надо на нее обзор сделать, все забываю. Как уже упомянула, про южнокорейские аквапарки рассказывают такие страсти, что там без жилета нельзя, надо быть в масках, абсолютно за все доплачиваешь. И что там бассейны, и даже в волнах, где там вот эти волны, такой волновой бассейн, там что не глубже 1 метра. В общем-то, посмотрим. У нас сегодня выходной, сегодня какое число, 10 октября. Или 11, да? Ладно, не суть. Да, смотрите, у нас все еще зелено, только-только начало немножечко. Вот все желтеть, а так еще тепло, солнечно, да, так что совсем-совсем не зимняя, не осенняя погода. Сначала мы заедем в ресторан «Золотые арки», потом мы не завтракали еще и даже не обедали. Сейчас возьмем что-нибудь себе покушать. Кстати, корейский «Макдональдс» достаточно сильно отличается по меню от российского. Правда, в России вроде его уже нет, вкусные точки. Но основные, такие как Big Mac, всякие чизбургеры, конечно, есть. Но немного на корейский стиль. Сейчас себе тут немножечко наберем. Да, 불고기 버거 세트, 라지 세트로. 불고기 라지 세트 하실까요? 네, 제로 콜라. 감사합니다. 감사합니다. Давайте покажу, что у нас тут есть. Смотрите, это у нас Big Mac. Очень необычная упаковка в Корее встречается. Смысл в том, что запаковано все дополнительно еще вот в такую картонку. И для того, чтобы ничего не развалилось. Это, значительно удобнее, как вот у нас в России упаковывали, что просто в коробке вот там весь разваливался. И вот мы взял себе именно корейский бургер бульдоги. Бургер с таким определенным соусом черным, но мне, честно говоря, не особо нравится. Еще у нас тут стандартная картошечка и наггетсы. Кстати, еще одно отличие корейского Макдональдса. Всегда дают бесплатно кетчуп, ну или можно горчицу, простите. Всегда. А это у нас наггетсы, да, в такой упаковке тоже. Не в картонке, а в пакете. Да. Мы спокойно идем пошли. Да, у меня муж даже руль не держит, потому что у нас машина Тесла. Так что не переживайте. Все под контролем. Машина сама меняет линию, полосу. Едет на автопилоте. Так что все под контролем. Так, поели, теперь можно сладеньким закусить. Посмотрите, какой у нас есть сникерс в Южной Корее. Фиолетовый, с названием разных песен. Есть разные песни. Это коллаборация с BTS. Есть ли у вас такие в ваших странах? Холодно для корейцев. Тут в этом аквапарке просто шок. Есть аквапарк для собак. Надо будет сходить попозже с моей собакой сюда. Так, вот мы и на месте. Что-то вообще никого. Парковка полупустая там. Офигеть, смотрите, даже никакой очереди.
Мой муж говорит, что летом тут обычно просто очередь вон до туда. 2-3 часа стоять, а сейчас никого. Никого вообще. Ой, ты жопка. Я хотела подбежать у меня, напугать. Спалила его. Так. Как обычно мы вот так вот ходим. О, люди, хоть еще кто-то, офигеть. And how much for one person? Вау, 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 какая нас тут красота. Ну да, обязательно надо с масками, а скорее всего еще масочный режим. Выпили браслетик. Тут что? О, тут все раздуваемся. Смотрите, на входе все раздуваемся. И все. И все ходим босиком. Вау, прикольно. А, отдельные для обуви у нас. Шкафчики. Да, вот это что-то новенькое. Ходить всем босиком. Мэн, вумен, все ясно. Вот так вот, видимо, это оп, делается. Или как? Как это делается? А, как-то оно открылось. Его подождать надо немного. Оп. Надо сюда. Да, у меня тут светящийся. Закрываем. Закрылось? Да. Такая тут ватная сверка. Он моет пол. Куда мой муж делся? Он там гуляет. Вот это. Он что еще? Массажные кресла тут, смотрите, все. Деньги на все платим. И вот в магазине продаются такие штуки, только... Ой, ужас, как дорого. Ужас, какая тут наценка. И, смотрите, маски водонепроницаемые специально для бассейна. На, крейс. Сказал попробовать в воде перед использованием. Будем придбаться. И теперь идем в раздевалку. Бай-бай. Много, но снимать не буду. У меня тут уже муж купается. Кто-то в масках, кто-то без масок. Да. Такая у нас тут обстановочка. Все в кепках, все в шапках. Оп. Да, все у нас летом. Куда меня зовет мой муж? Это идти арендовать жилет, потому что большой бассейн с волнами, мы как отойти на большой. И на горке без жилета нельзя. Вот так вот мы выглядим. Что сейчас открыто. Глубина этих волн тоже вон там, в самом глубоком месте, по пояс. Рейсы. Почувствуйте, что вы на море. Потащили на каждом шагу. Сюда не... Ой, здесь жилетов нельзя. С тюбами, кругами сюда тоже нельзя. Ну так, просто. Спит. В общем-то...
как глубина тут 1,8 метра. Вон дом углу. Так, что у нас тут еще есть веселенькое? Вот такая штучка. Мальчик уже где-то отжал круг. Hello! Hello, ну хоть круги не платные, спасибо на этом. Да. Еще осталось вот это попробовать. Это вот когда самолет, крушение на самолете. Вот это вот настоящий, как называется, экземпляр. Вот если скатываться с самолета. Попробуем. Закрыто. Не судьба.
오, 워싱턴 점. 고고고, I'm chicken. 아. 너무 아침에 슬림감 большие для детей. Есть много ресторанной еды, а также, как обычно, такой уличный. У нас тут продают. О, чурос. You want to have more than churros? Мы себе и купили сосисочка. Перекусим. Горяченького бульончика, да. Воздух холодный везде, это немного плохо. Это наш корейский перекус. Это бульон вот из-под этого рыбного теста. Безумно вкусный бульон. Вкусно? Мачусаю. Enjoy my sash. Все, сейчас пойдем. Поедем домой и расскажу более подробно о своих впечатлениях. Ой, в общем-то, тут немного такая мокрая вся. Но могу сказать, в целом время провели хорошо, но даже не грубо говоря, а по правде говоря. Конечно, оно особо того не стоит, если приходить вот в зимнее время в этот аквапарк, потому что работает всего 3 горки, а все остальные эти бассейны и тому подобное, ну, честно скажу, со всеми этими корейскими правилами и огромный, наверное, просто, ну, чрезвычайной, излишней безопасностью и заботой, ну, очень скучно. Очень скучно, очень неудобно, некомфортно в жилетах. Ну, конечно, на этих волнах, бассейне ты не поплаваешь, не поныряешь, ничего. Глубина там, ну, куда можно зайти, максимум там 1-1.5 метра. Ну, я, знаете, для себя даже отметила очень необычный момент и даже немного пугающий момент под конец, что я не слышу даже визгов, я не слышу криков детей. Вот, знаете, нет какого-то этого вот супер-вау-вау-вау возгласов восхищения, ну, и как бы вот этого, как это называется, возбуждения такого. Настроение хорошего. Криков, визгов, и это действительно как-то странно. Ну, а горки, да, как бы, на удивление, горки меня немного удивили. И вот мой муж говорит, он был несколько раз в этом аквапарке, говорит, что, конечно, надо идти летом, когда открыты открытые зоны, и там действительно есть очень достойные горки, действительно очень страшные горки, совсем не для детей, как бы такие серьезные горки. И я даже тоже посмотрела, там за окошко действительно есть те даже, которые я никогда не видела, ни вот ни в Москве, ни в России, ни в других странах, ну, действительно, что-то интересное, я бы хотела попробовать, но все-таки, на мой взгляд, вот любителю поплавать, профессиональному пловцу, я плавала всю жизнь занималась плаванием, могу сказать, что скучно. Вот в закрытой зоне скучно, и все-таки билеты по полной стоимости, там, в $30, даже, может, чуть больше, ну, там, чуть меньше, ну, оно того не стоит. Вот, и самое главное, доплачивать почти за все надо. Так что время провели хорошо, но надо идти туда все-таки, когда открыты все горки. Но, тем не менее, как уже сказала, день провели хорошо. И всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Рада, что вы были с нами. Всем пока-пока.